Всем привет! Продолжаем коллабот мучать. Итак, в прошлый раз у меня игра не вылетела все-таки. Ну, короче, она свернулась. Так как у меня этот рекордер, скрин рекордер пишет OpenGL, то она там, разрешение поменялось и свернулось. Но это такое. Как бы, если еще одна такая миссия, где надо будет ходить, летать, то я, наверное, играть уже прекращу. А попробую разве что, наверное, есть свободный режим. Вот, ну, с горем пополам я прошел ту миссию. Очень-очень плохая миссия, потому что там надо перелетать из одного островка на другой. И там такие расстояния, что как раз впритык у тебя заканчивается топливо, ты падаешь в воду, точнее перегревается двигатель, падаешь в воду, помираешь. Ну, идиотская миссия, это дебильная. Нельзя такие миссии делать. Вот, это типа на желание, да, может быть, дополнительные очки заработать. То есть, типа, хочешь проходить или не хочешь, и все. Не хочешь, ну давай дальше. А так, ладно. Итак, у нас новая миссия. Вот, разработайте атакующее оружие и нанесите удар гигантским муравьям. Ну, попробуем. Надеюсь, здесь не надо опять это все летать, ходить, прыгать. Нужно что-то разработать. Так, вот у нас есть 4 слитка, я вижу, и из них нужно... Так, что у нас? Атмосфера, гель, кислород, ветер, температура, источник энергии. Изолированный синий флаг. Ага. Опасность непрямая. Гигантские муравьи. Хорошо, мы улучшили программу подзарядки. Предупреждение, ботов нельзя затоплять. Если вы сомневаетесь, собственноручно проверьте глубину воды. Так, спутником был замечен источник энергии синим флагом. Я понял, где он. Эй, поворачивайся. Так, источник энергии где-то вон там источник энергии. Так, синий флаг. Хорошо. Вот, а почему здесь нормально? Двигатель не перегревается так быстро. Ладно, вот источник энергии. И вот есть даже титан. Значит, давайте... Так, а что у нас тут есть? Ух ты, ремонтный пункт, радарная станция, электростанция, завод ботов, научно-исследовательский центр. Ну, скорее всего, надо построить электростанцию нам на вот этом месте. Тут, видимо, была, короче, электростанция, но ее, видимо, уничтожили эти муравьи. Или разработчики, которые придумали эту миссию. Скорее всего, первое. Ну, нет, второе. Так, короче, строится электростанция. Дальше. Есть, построилась. Вот это, как мы видим, по чуть-чуть она заряжается. Хорошо. Ну и нам в этой миссии надо наступательности. Ага, нам надо построить научно-исследовательский центр. Где мы это все будем строить? Наверное, вот здесь и будем строить. Нам надо боту... А, нам сказали ботов не топить. Хорошо. И вручную проверить. Значит, скорее всего, вот здесь глубина небольшая. Так, выровняем камеру. Да, здесь глубина небольшая. Давайте поставим флажки. Вот, я выбрал синий флажок. Я так понимаю, можно искать эти синие флажки. Вот. Для чего их ставлю, сейчас не знаю. Ну как, я предполагаю, что я сейчас сделаю так, чтобы бот проехал по этим флажкам. Вот, где у нас бот? А, у нас есть летающий сборщик. Отлично. Тогда летающему сборщику мы напишем программу. Какую программу? Какую программу? Да нафиг эту программу. Давайте. Без программы. Сейчас быстро возьмем. Это будет гораздо быстрее.
и полетим вот сюда. Вот, полетим. Здесь стой. Здесь сбросим. Невозможно в полете. Хорошо. В принципе, вот здесь можно уже и написать программу, которая будет искать Find Titanium. Find Titanium. Так, теперь запоминаем стартовую позицию. Стартовая позиция у нас будет... это у нас point, да? Start равно position. Дальше. Дальше нам надо object найти титаниум. Равно радар. И в радаре... там... в радаре. Так, где у нас категории? Нам надо найти титаниум. Титаниум. Куб. Нам надо найти титаниум. Вот. Титаниум. Дальше. Угол 0. 360. Мин-макс, блин, вот я не помню, 0, 1000, а вот это, по-моему, минус 1, будет искать дальний. Дальше, go to t.position и grab. Дальше, move, попробуем обратно отъехать, минус 2. И потом go to start и drop. Почему обратно отъехать? Потому что было замечено, что этот летающий почему-то тупит. Так, теперь попробуем запустить нашу программу find. Ну давай. А куда он полетел? Я в программе написал искать самый дальний титаниум, да? Я понял. Значит, вот он нашел титаниум. Титан. Ну, хорошо. Нашел, так и нашел. Это отлично. Значит, преобразователь меньше можно, наверное, и не строить. Хотя, наверное, он нам и недоступен. Смотрите, у нас еще куча батарей всяких. Круто. Можно запрограммировать. У меня, кстати, да, нету времени. Вот бы в студенческие годы такую игрушку. Было бы круто. Можно было бы сейчас запрограммировать, чтобы этот летающий сборщик поприносил все в округе. Так, что у нас с зарядом? В принципе, должно еще хватить. Ну, давайте еще раз запустим программу, пусть еще летит и работает. Так, пока он там носится, мы побежим. Я не хотел взлетать, извини. Нам надо построить научно-исследовательский центр. Так, нечего взять, ну, тормоз. Вот, давай, иди сюда, построим вот здесь, наверное. Или давайте вот здесь это построим, так, я ускорю. Ускорю программу в 6.2. Давайте вот здесь построим научно-исследовательский центр. Так, пусть он строит. Дальше нам надо построить. Здание построено. Хорошо, батареи нету. Окей. Блин, нет батареи. Ладно. Где-то тут была батарея. Так, а чё ты стоишь? Ты... Ага. Пусть он перезарядится. А я пока вот этим возьму... Вот, смотрите, тупняк какой у него. Перейти, занятое место. Ладно, отправим его искать титаниум. Пусть носит. Эй. А тебя попросим взять эту батарею.
И зарядить ее, да? В принципе, да, тут можно дофига что сделать. Уже вот как бы миссия вроде бы несложная, но уже появляются интересности. Так, положим батарею и отойдем. А что-нибудь ее заряжать? Ладно, может быть, надо вот сюда положить. А, он прям в руках и зарядил. Хорошо. Выровняем камеру. Так, побежали. Блин. Вот эти кусты. В них, кстати, можно застрять. Так, давайте я отнесу. Дроп. Место занято. Есть. И теперь начать исследование программы для стрелка. Хорошо, дальше. Вот если бы еще можно было бы сказать нашему космонавту, мол, иди сам к... Кстати, а что с этим, со сборщиком? А что такое? Что ты... А сборщик, видите, у нас что-то тупит. Тупит. Давайте остановим программу. А чё он тупит? Фу, ладно, давай возьмем. Блин, надо новую программу написать, которая будет искать Power, блин, Power Station. Find Power Station. Окей, point P равно радар power station и go to P. Вот так, чтобы он полетел к этой power station. Неверный тип, как неверный тип? Наверное, item. Object. А тут p.position. Окей, давай, дружище, лети. Лети, а я пока... Блин, кстати, надо эти программы посохранять. Их надо поназывать как-то по-людски и посохранять. Флаги тоже, насколько я понимаю, можно искать. Вот, флаги можно искать. Так, тут здание можно выбирать, которое у меня построено, или нет? А, только вот на миникарте я клацаю. Так, начать, что начать? Где, кому не хватает энергии? Есть. Сейчас мы скажем ему сбросить эту руду и лететь и искать дальше. Так, вот так вот. И запускаем Find Titanium. Теперь убираем себя. Да, надо понаписывать эти программки и посохранять их, потому что они довольно полезные там. Найти ближайшее там какое-то здание, полететь к нему, если вдруг бот затупил там и все такое. Опача, смотрите, тут батарея села. Блин. Надо. А нам еще, наверное, разработать программку, которая... Здание слишком близко. Которая будет говорить боту ездить и менять эти батареи. Вот. Построить завод бота. Так, давайте это все ускорим 4 раза. Так. F4. Так, и что мы тут можем строить? Гусеничный стрелок, колесный стрелок, летающий стрелок. Ага. Хорошо, что с этим? Этот нам принес, да? Ну, давай, лети пока дальше. Лети пока дальше. А нам нужно взять батарею. Взять батарею. Ладно, батарея это фигня. Надо с этим разобраться. С этим. Как найти флаг?
По идее, давайте вот так вот find blue flag, find ближайший, да? Near blue flag and move to flag. Вот так. Давайте даже не так. Find and move к ближайшему. Так, и нам надо найти радар. Радар, по идее, должен найти этот флаг. Объявляем object flag position. Флаг равно радар. Флаг. Они как-то должны помечаться. Так, давайте по категории, которые могут быть найдены. Blue флаг. Вот он есть. Blue флаг. Это он находит ближайший. Дальше. Давайте вот этот цикл while true. Он будет бесконечным, пока не будут найдены все флаги. Если f равно nil, по-моему, nil, не none, то return, да? Иначе go to. Фу, блин, ближайший. Вот он подъедет к ближайшему. И дальше что? Надо дистанцию, наверное, рассчитать. Потому что к ближайшему он поедет. Потом следующий поиск ближайшего будет тот же флаг, на котором он стоит. Go to f.position. Значит, нам нужно, опять-таки, найдет он ближайший, поедет к нему, потом поедет еще к ближайшему, ну, к примеру, к следующему, да, а потом опять найдет предыдущий флаг. О, нет, это какая-то фигня. Фигня. Ладно, об этом надо подумать. Окей, тогда. Тогда это пусть программа будет, она нам равно тип операндов несовместимый. Почему? Ладно, надо справку читать. Ладно, это я удалю и это удалю. И это удалю. Окей, не получилось. Но идея ясна, да? Нам надо как-то подумать и заставить. Заставить его двигаться по точкам. А как заставить двигаться по точкам? Это разве что хранить в массиве те координаты, которые мы уже проехали. Ну да, только так. То есть найти ближайший флаг, записать его координаты в массив. Дальше ищем следующий ближайший флаг. Если в этом массиве у нас уже есть такая координата, значит, мы там уже были. И все такое. Вот что это типа. Так, что-то у нас этот сборщик тупит опять. Опять он тупит. Куда он приземлился? Так, останавливаем программу. Батарея почти села. Фу. Садись, бери. И лети сразу на Power Station. Да, тупит немного, но это такое. Итак, значит. Что нам надо сделать? Давайте поедем, заберем. Ну, конечно, эти программки можно, в принципе, разрабатывать и не в самой игре. То есть понаписывать, а в самой игре уже возьмем батарею и поедем поменяем.
Вот, ну, в принципе, думаю, идея понятна. А вот, я, если будет время, то понаписываю парочку таких программок. Ну, даже не парочку, а хотя бы вот на этом примере надо написать программу, которая будет говорить сборщику, ну, этому боту ездить и менять хотя бы батареи в исследовательском центре, ну, если она села. Так, вот. Так, а если вот мы, к примеру, подъезжаем, да, с какой-то стороны, и если говорим drop, вот, не получается, место занято. Нужно к определенному месту подъехать и положить батарею. Ладно, давайте попробуем все-таки написать, да, простую. Так, это у нас. Давайте. Find center. Так, object center равно радар. И сейчас попробуем найти наш этот центр, да? А как он называется? Research center. Попробуем скопировать research center. Вот, research center. И попробуем go to c.position. Вот, и попробуем drop. Получится или нет? А куда вот это go to его приведет? К тому месту, куда батарею надо ложить? Или нет? Давайте я вот так вот даже отъеду. Вот, и попробуем выполнить эту программу. Да, он едет к тому месту, куда надо ложить батарею. Все, тогда отлично. О, круто. Все. Тогда можно писать программу дальше, разрабатывать. Ну, в принципе, мы тут все изучили, но все ясно. GoTo подводит его к тому месту, куда надо, короче. Ну, как узнать, энергия полна у него или не полна? Ну, наверное, это визуально узнать и дальше выполнять просто программу, которая поедет, заберет батарею, поменяет, поедет на станцию, зарядится. Вот, к примеру, у нас есть программа Rechange, перезарядиться. В принципе, да, надо понаписывать вот такие небольшие удобные программки, и наши боты будут себе тихонько работать и никому не мешать. Сейчас титаниум, сейчас этот опять полетит искать титан, ну и все такое. То есть это все можно автоматизировать, я думаю. Вот, ну давайте на сегодня все. Будет время, я подумаю, может быть, напишу парочку таких программок, чтобы удобнее было, и продолжим. Не, на самом деле уже интересно, хорошо, что я предыдущую миссию все-таки прошел, не психанул и все-таки прошел. Так, давайте все-таки этому поможем забрать этот кусок. Не хочет он садиться. Почему ты не хочешь садиться? Блин. Взлети. Назад. Куст, походу, мешает. Так, и ищи станцию и лети к ней. Вот, ну да ладно, на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, ставим лайки и все такое. Всем пока.